Всем привет! Сегодня суббота, и самый лучший чемпионат сегодня играется. Это РПЛ, не Лига Чемпионов, где играют вечно уставшие дрочеры, не футболисты, а дрочеры, Приходят, ой, давайте сегодня сыграем 0-0-0. Давайте, Вот, РПЛ, тут футбол, тут много голов, забивает много голов, ну не всегда. Вот, сегодня играет Спартак с Нижним. Блядь, честно, как бы их Нижний не ёбнул там. Вот, но я дам прогноз на другой матч. Это матч между Зенитом и Тульским Арсеналом. Зенит прошлый матч проиграл, не проиграл, сыграл ничью с Крыльями в Самаре 1-1, потом Самара хорошо играла. Вот, но Зенит вел 1-0, но в конце на 90-й минуте пропустил 1-1. И вот сейчас Зенит играет дома с Тульским Арсеналом. Арсенал разобранный, особенно в обороне. Последний матч Арсенал дома проиграл московскому Динамо 1-4. Вот, и я думаю, сегодня Зенит как бы там им 5 не забил. 5 не забил, потому что Зенит играет дома при своих трибунах. Кто не знает, ребят, А сегодня на матче Зенит Арсенал Тула будет 60 тысяч зрителей. Да-да-да-да. Да, 60 тысяч зрителей, потому что с 18 марта в Санкт-Петербурге отменены абсолютно все ограничения, касающиеся массовых мероприятий. Да-да-да. Вот, и это означает, что на трибуны можно пускать не 10 тысяч, не 15 тысяч зрителей, а 100%. А вмещаемость Газпром-арены 65 тысяч зрителей. То есть где-то будет 55-60 тысяч зрителей. Вот такие дела. Вот такая посещаемость у нас РПЛ. Да-да-да. На Тульский Арсенал приходит 65 тысяч зрителей. Охуеете? Вот. В общем-то, при своих трибунах, при полном... Вот первый матч, наверное, да, Зенита будет за последние там 2 года или 3 года даже при полных трибунах. При полных трибунах. Первый матч. Блять, как бы они не разъебали этот Тульский Арсенал в пух и прах. Вот. Зениту обязательно надо выигрывать, потому что московская Динамо их догоняет. Вот, потому что отрыв Динамо-Москва от Зенита 3 очка, потом идет ЦСКА, по-моему, 5 очков, да? 5, по-моему, очков, да? Вот, поэтому Зениту сегодня обязательно надо выигрывать. Обязательно надо выигрывать. Ну, наверное, со счетом. Не знаю, каким счетом. Со счетом 5-0 надо выигрывать сегодня Зениту. Вот. Но Арсенал тоже неплохая команда. И забить Зениту они могут. Вот. И я вообще тут думаю, счет будет, наверное, все-таки, может, 5-0, может, 6-1, что-то такое. Но команды очень забивные. И Зенит вообще любит такую команду, как Арсенал Тула, которая сама бегает и позволяет себе забивать. Вот. На этот матч у меня будет единственный прогноз. Единственный прогноз. Это индивидуальный тул Зенита больше 2,5 за коэффициент 1,85. Классическая ставка. Трешку Зенит Арсеналу должен ложить. Должен. Вот. Поэтому я думаю, трешку Зенит должен ложить. 2,5 больше. Очень хорошая ставка, на мой взгляд. Вообще в этом матче может быть крупный счет. Очень крупный счет. 5-0, 6-1. Вот. И вот как оптимальный может поставить, знаете, какую ставку? Общий тотал матча больше 4 за коэффициент 2,9. То есть почти 3 коэффициента. Тоже хороший ставка. 4. То есть индивидуально. То есть общий тотал матча больше 4. Вот есть такая еще ставка. Так что думайте сами, решайте сами. Ну а моя ставка, основная моя ставка, это индивидуальный тотал Зенита больше 2,5. Да, вот. Сегодня матч начинается в 19:30. И мы будем вести стрим этого матча. Да-да, приходите на стрим. Стрим начинается где-то в 19:15, 19:20. На моем канале будем болеть за Зенит и стараться, чтобы они много голов забили. Да. Так что, ребята, до встречи.
До встречи на стриме в 19:15. Всем пока.